Добрый день, уважаемые коллеги. Павел Юрьевич сегодня отсутствует, поэтому мы обойдемся без традиционного вступления. Я скажу только то, что в начале чата, как обычно, есть ссылки на расписание, на страницу выдачи сертификатов, а также рассказано о трех ближайших вебинарах. После окончания этого вебинара, как обычно, будет запись и будут сформированы все сертификаты. Как обычно, вы можете обращаться ко мне с любыми вопросами сразу по ходу вебинара. Я буду стараться отвечать на них сразу же. И напоминаю, что с 5 ноября у нас начнется курс «8 шагов к идеальной презентации». Сегодня мы будем говорить об интерактивной презентации. Это один из тех четырех типов презентации, которые я разбираю на курсе. Интерактивные презентации лучшим образом подходят для интерактивных досок, для сенсорных экранов. Это то, чем вы можете занять людей, занять посетителей, занять пользователей во внутреннем пространстве библиотеки, во внутреннем пространстве учебного класса. Также они подходят и для веб-сервисов, для размещения в интернете, но не для всех, а только для тех, где презентации не конвертируются. К сожалению, PowerPoint не настолько хорошо переведен на русский язык, чтобы мне приходилось объяснять какие-то очевидные вещи. Собственно, триггеры, тема нашего сегодняшнего вебинара, переводится по ходу программы совершенно по-разному. Поэтому еще раз про самые простые очевидные вещи. Триггер – это элемент, на который следует определенная реакция. То есть триггер – это любой объект, встроенный в PowerPoint, на который реагируют другие объекты. Таким образом, мы можем сказать, что триггеров в PowerPoint два вида. Во-первых, это сами триггеры, они так и переведены в программе. Во-вторых, это то, что в программе переведено и обозначено как кнопки. Сегодня мы поговорим и о первом случае, и о втором случае, а в конце разберем пример создания реальной интерактивной презентации с использованием и того, и другого варианта. Все файлы, так же как и эту презентацию, так и пример интерактива, вы можете скачать из нашей вебинарной комнаты. Итак, первый тип триггера, который используется в PowerPoint, это кнопка. Я думаю, с кнопками многие из вас знакомы. Они могут выглядеть вот каким-нибудь специальным образом, например, прямоугольник с символом, могут выглядеть и совершенно по-другому. Самое главное – это то, что кнопка – это специальный объект или любой объект с гиперссылкой. Что это означает? Это означает то, что кнопки предназначены для перехода как внутри самой презентации, так и для внешних переходов. Кнопки можно вставить в презентацию двумя способами. Самый простой вариант – это использовать готовую кнопку. Они находятся в меню «Вставка», «Фигуры», то есть относятся к обычным элементам рисования. Вот здесь снизу есть раздел «Управляющие кнопки». Большинство из них, точнее все, кроме одной, уже помечены какими-то символами. Это кнопка «Play», это кнопка «Дополнительная информация», «Аудиосообщения», «Подсказки» и так далее. При использовании такой кнопки вы получаете прямоугольник с каким-то символом. Это не всегда удобно, тем более отрисовка встроенных кнопок оставляет желать лучшего. Но последний вариант вот в этой строчке – это пустая кнопка, то есть пустой прямоугольник, на котором нет никаких символов. Обычно мы используем именно ее в интерактивных презентациях. Итак, мы выбираем объект «Управляющая кнопка». Рисуем прямоугольник на том месте, где наша кнопка должна располагаться, и у нас появляется вот такое вот окно настройки действия. Посмотрите, у нас есть возможность настроить действие как по щелчку мышью, так и просто
при попадании указателя поверх этой кнопки. Последний вариант не всегда срабатывает корректно, потому что его могут блокировать службы безопасности Windows. Поэтому обычно мы используем прямое действие щелчок мышью. Действие по щелчку мышью – это переход по гиперссылке или запуск программ. Запуск программ тоже не всегда срабатывает корректно, опять же, по причине блокировки служб безопасности. А настройка гиперссылки довольно проста. У вас выпадает такое меню с вариантами. И обратите внимание, что в этом окне вы можете выбрать как какой-то конкретный слайд, куда нужно переходить, внешний адрес и очень интересный вариант – другая презентация PowerPoint или другой файл. То есть из открытой на все окно презентации вы можете запустить, например, видеофайл, который вновь откроется на полный экран. Это у нас вариант, когда мы используем готовую кнопку, и у нас сразу выпадает окно действий. Если вы не успели настроить действие, отложили это, или если вы хотите использовать в качестве кнопки любой другой объект, нам нужен другой алгоритм действий. В PowerPoint кнопкой может стать совершенно любой объект. Круг, квадрат, помещенная картинка, блок с текстом. Кнопкой становится любой объект, к которому мы прикрепляем гиперссылку. Для этого мы выделяем объект, щелкаем на него правой кнопкой мыши и выбираем из меню раздел «Гиперссылка». Здесь меню выглядит немного по-другому, но разобраться с ним тоже довольно просто. Открывается такое окно. В первую очередь нам предлагается перейти на файл или на веб-страницу. Файл мы выбираем с компьютера, веб-страницу мы вводим вот сюда в поле «Адрес». Если же мы перейдем на следующий раздел, на место в документе, то мы сможем выбрать нужный нам слайд. Таким образом, выбирать слайды удобнее, потому что в окне справа сразу вы можете видеть, какой слайд выбираете. Будет маленький эскиз, и вы точно не промахнетесь. Обратите внимание, что вот здесь вот, в выборе места в документе, показывается название слайда. Сейчас по умолчанию все слайды нумерованы, слайд 3, слайд 4. Но если вы переименуете слайды, например, вопрос номер 1, библиографический список, то вам будет намного удобнее ориентироваться при вставке гиперссылок. Точно так же вам помогут и эскизы слайда. Гиперссылка встает на номер слайда. Например, мы поставили гиперссылку на слайд номер 3, а затем между вторым и третьим поместили еще один новый слайд. Так вот, в этом случае гиперссылка будет вести именно на новый слайд, потому что он стал третьим номером. Это тоже такой маленький нюанс, на который надо всегда обращать внимание. Именно поэтому, когда мы будем разбирать конкретный пример создания игры, мы будем создавать слайды не по очереди, а сразу, скажем так, всей пачкой, чтобы у нас структура презентации не сдвигалась и не сбивалась. Итак, кнопка – это объект с гиперссылкой, который отвечает за перемещение по структуре нашей презентации. Для чего она обычно используется? Ну, интерактив – это в первую очередь какие-то игры, какие-то викторины. И нажимая на кнопку, мы можем перейти на слайд с нужным вопросом или вернуться на первый слайд, где у нас есть турнирная таблица. Мы можем переходить на какие-то элементы анимации, например, создавать презентации с ветвлением. Если вы выбираете вариант 1, то мы идем по этой ветке, выбираете вариант 2, мы идем по вот этой ветке событий. Таким образом, и презентация может получиться более персонализированной. Вот вариант реальной презентации, сделанный с использованием кнопок. На экране расположена картинка, сверху на нее наложены элементы, то есть вот это вот здание, автобусы, вертолет, это файлы в формате PNG, на который назначена гиперссылка. Гиперссылка ведет на слайд
с вопросом или с какой-то более подробной информацией. Для того, чтобы кнопки были видны на общей картинке, к ним добавлена голубая рамка. Точно так же при наведении мышкой появляется вот такая вот подсказка, как сверху, которая объясняет, куда именно будет совершен переход. Эти подсказки можно редактировать и писать здесь свой текст для того, чтобы презентация была удобнее в использовании. Теперь перейдем, собственно, к триггерам. Это не очень удобно, что они имеют такое же название. Триггер в данном случае – это любой совершенно объект, на который реагирует анимация. То есть кнопки – это у нас переходы по структуре, а триггеры – это объекты, используемые в анимации. Один и тот же объект не может одновременно являться кнопкой и триггером, потому что кнопки имеют наивысший приоритет. Стоит вам только щелкнуть, например, на такую желтую стрелку, как сработает кнопка, а не триггер. Триггеры добавляются во вкладке «Анимация», и вы можете назначать триггеры двух видов. Во-первых, триггер по щелчку. Для этого вам нужно выделить объект, который будет запускать какую-то анимацию. Это тот способ, который мы используем чаще всего. И да, он действительно наиболее удобен для геймификации. Но есть и второй вариант. Второй вариант – это включение триггера по закладке. Для этого на слайде должно быть добавлено либо видео, либо аудио, размечено с помощью одной или нескольких закладок, и вы можете указывать их в качестве триггера. Например, вы ставите в качестве фона какое-то аудиосообщение на английском языке. Мы делаем аудирование по английскому языку. Вставляем аудиосообщение. И в тот момент, когда звук доходит до нужной закладки, появляется, например, всплывающее окно, где содержится текст задания. Или обратите внимание, здесь использована такая грамматическая конструкция. Вот с помощью таких закладок мы можем делать не только геймификацию, но и достаточно качественные учебные презентации для самостоятельной работы наших студентов или учеников. Вариант с закладками используется реже, и я считаю это несправедливым, потому что он является довольно удобным. Например, вы делаете игру с таймером. Командам дается ровно 1 минута на обсуждение, после чего они должны ответить на вопрос. Вам нужно записать пустой звуковой файл длительностью 1 минуту и поставить 2 закладки, например, за 5 секунд до окончания и в самом конце. По первой закладке всплывет, например, текст «У вас осталось 5 секунд», по последней закладке всплывет текст «Время вышло». Итак, триггер – это объект, который отвечает за изменение статуса, то есть он работает внутри одного слайда. Триггеры накапливаются и сохраняются. Если на первом слайде сработало 3 триггера, вы перешли на второй слайд, а затем вернулись на первый, все статусы триггеров не сбросятся, а сохранятся. Если у вас по триггерам появилось 3 новых текстовых поля, при возвращении на слайд эти 3 текстовых поля будут снова видны. Вот как пример, та же самая игровая презентация, но это уже не первый, а последний слайд. Здесь мы подводим итоги игры, и каждый элемент обозначен кругами 3 цветов. Каждый круг – это триггер. Если я нажму на голубой круг, у меня всплывет вариант ответа, помеченный синим цветом, на красный круг – вариант ответа, помеченный красным цветом. Таким образом, одна и та же презентация многократно использовалась во время мероприятий, и каждый раз в конце игроки получали уникальный результат, какое-то уникальное сочетание ответов и картинок. Очень важно понимать, когда надо использовать кнопки, когда, собственно, триггеры, для того, чтобы удобнее работать со структурой презентации. Мы создаем ее достаточно быстро, создаем, ну вот, например, у меня уходит 20-25 минут на создание одной
такой интерактивной викторины, интерактивной игры, именно за счет того, что выстроена вот эта вот система работы с типами триггеров. Я составила небольшую схему, чтобы вам было проще понимать. Так, текущие рекомендации по триггерам, но PowerPoint эта кнопка не активна. Для того, чтобы кнопка стала активна, нужно выбрать элемент, добавить к нему анимацию, и только после этого при выделенном элементе кнопка будет активна. Триггер не будет работать, если на объекте нет анимации. Он не самостоятельный. В этой схеме я показываю, какие триггеры нужно использовать. Если нужно перейти между типами информации, мы располагаем их на разных слайдах. Например, на первом слайде у нас находится турнирная таблица, на втором, третьем и последующем слайде у нас находятся вопросы викторины. Естественно, мы вот эту информацию разносим на разные слайды. И чтобы осуществить переход между типами информации, мы используем кнопку. По этой же кнопке можно вернуться на первый или предыдущий слайд, и тогда вы увидите слайд с сохранением всех триггеров. Если же вам не нужно менять тип информации, например, с ответа на вопрос, то вы используете анимацию и триггеры. С помощью анимации можно проявить какой-то элемент, можно его скрыть со слайда. Например, можно поменять цвет правильного ответа. Так, да, вебинар будет, видео будет выложено все как обычно, запись идет прямо сейчас. Понимая, какой тип информации нам нужен, мы можем составить достаточно простую, но при этом интересную интерактивную презентацию, игру. Этот пример я приготовила для вас, он доступен для скачивания, вы можете открыть его вместе со мной и посмотреть. Вот такое виртуальное задание я придумала для сегодняшнего вебинара. Мы будем разрабатывать игру-бродилку с вопросами по типу викторины. То есть мы возьмем поле для настольной игры, по которой передвигаются, бросая кубик, но вместо того, чтобы бросать кубик, участники будут отвечать на вопросы. Первым этапом я выбираю поле. Какие здесь могу дать рекомендации? Чем меньше отвлекающих элементов на поле, чем оно проще, тем больше оно подходит для работы. Мелкие элементы, лишние визуальные какие-то детали отвлекают. Поэтому я искала вариант, где вот есть только само настольное поле и нет никаких иллюстраций. Оно должно быть в достаточно высоком качестве и с довольно крупными клетками для шагов, иначе нам будет неудобно и размещать элементы, и попадать на них затем мышкой. Я подобрала вот такое игровое поле. Как видите, оно довольно простое, есть только дорожка, которая состоит из клеток трех типов – зеленые, синие и красные. Это довольно длинная дорожка, тут можно разместить очень много вопросов. И, к сожалению, вот такого типа игры-бродилки не подходит для соревнования нескольких команд. Если соревнуются несколько команд, каждой из них нужна своя копия презентации. На втором этапе я делаю разметку. Смотрю, где мне нужно поместить кнопки, сколько дополнительных слайдов мне нужно вставить, какие триггеры и какая анимация мне нужна. Да, Ксения Алексеевна, это готовое поле в формате PDF. Я просто вставила его в PowerPoint. Вы можете нарисовать такое поле самостоятельно, но это сложно и не очень удобно для работы. Гораздо проще размещать кнопки и триггеры поверх уже готового рисунка. К тому же рисунок можно заблокировать для того, чтобы случайно его не сдвинуть и не переместить. Итак, поскольку у меня есть клетки трех разных типов, я буду считать, что каждая из них отвечает за свою категорию вопросов. Это будут сложные вопросы, средние сложности и легкие вопросы. Таким образом, легко сделать тематическую
тематическую викторину или наоборот викторину по разным темам, размещая, например, на первое, третье поле вопросы по истории, на следующее, третье поле вопросы по географии и так далее. Для того, чтобы игроки могли перемещаться по полю, я назначаю цену каждой кнопки. Неправильный ответ будет передвигать игроков на одну клетку вперед. Правильный ответ будет передвигать сильнее в зависимости от сложности вопроса. Опять же, это все легко настраивается. Цену вопросов мы определяем сами. И, в принципе, вы можете каждому заданию задать свою собственную стоимость в баллах. Но для демонстрационного варианта, поскольку я не использовала какие-то реальные вопросы, какую-то реальную викторину, мне хватило вот перемещения на 2, 3 и 4 клетки. Таким образом, если посмотреть на все поле, я легко могу посчитать, сколько мне нужно легких, средних и сложных вопросов. Легких вопросов больше 19, средних и сложных по 18. Но это не только такое количество слайдов не нужно. Для того, чтобы игроки смогли сдвинуться с кнопки старта, мне нужен еще один слайд со стартовым вопросом. То есть сам кружок старт тоже будет служить каким-то вопросом. Таким образом, несложно посчитать, что мне нужно 56 слайдов. В принципе, это довольно много для викторины, и можно либо уменьшить число вопросов, либо из этих 56 слайдов вставить вопросы-сюрпризы, где игроки могут сдвинуться вперед, например, на 3 клетки, или наоборот откатиться назад на несколько клеток, как в обычных настольных играх. Вы можете добавить сюда не только викторину, но и какие-то задания, которые нужно выполнять в реальном физическом мире. Например, если бы я разрабатывала такую игру для библиотеки, то, возможно, я добавила бы сюда взаимодействие с книжными выставками. Найти какой-то ответ в книге, посчитать, сколько на выставке книг с красной обложкой и вот другие такие вопросы-сюрпризы. Для того, чтобы мы могли переходить на слайды с вопросами, я буду размечать клетки. На каждой клетке я должна поместить одну кнопку. Конечно, я могу взять инструмент рисования ломаная кривая и аккуратно обвести каждую клетку. Но это сложно, долго и, в принципе, не имеет никакого особого смысла. Нам достаточно разместить в каждой клетке вот кружок, квадрат, ну, круги вписываются в данном случае лучше. Каждой кнопке я назначаю гиперссылку на соответствующий слайд, а затем я буду делать эти кнопки невидимыми. Я убираю у них заливку и обводку. Таким образом, кнопки будут видны только по курсору мыши, когда он будет менять свой вид от стрелки к руке. Дальше я хотела бы добавить для этой игры маркеры пройденного пути, чтобы команда видела, на каком этапе она находится. Маркеры пройденного пути – это будут вот такие вот стрелки. Я размещу стрелку на каждой кнопке. И назначу ей анимацию, чтобы стрелки появлялись в том случае, если мы нажимаем на триггер. А триггером станет вот такая круглая кнопка, которая будет говорить нам плюс 1 балл. Почему я не могу использовать несколько триггеров, которые отвечают плюс 1 балл, плюс 2 балла, плюс 3 балла? Дело в том, что нужно, чтобы вот эти стрелочки появлялись строго по порядку. А каждый триггер работает строго по своему списку сверху вниз. Это значит, что если у меня 20 однотипных объектов, все эти 20 однотипных объектов должны быть привязаны строго к одному триггеру. Поэтому ведущий игры будет просто нажимать на круглую кнопку столько раз, сколько баллов заработала команда. Теперь переходим, собственно, к созданию слайдов вопросов. Мы делаем это массово для того, чтобы не тратить время на исправление слайдов, исправление гиперссылок. Это довольно долго и неудобно. Поэтому со всеми вопросами мы работаем в один прием. Для начала мы создаем
первый слайд вопросов. Вот первый у меня будет стартовый вопрос. Я пишу на нем текст вопроса и назначаю стоимость в баллах. То есть вот зеленый у меня будет правильный ответ, красный будут неправильные ответы. Каждый кружок я оформляю кнопкой, которая ведет на первый слайд с полем игры. Для этого правая кнопка мыши, гиперссылка и добавляю гиперссылку на первый слайд. Итак, еще раз. Слайд с вопросом, текст вопроса, стоимость в баллах и кнопка перехода на первый слайд. Это я создала один слайд из 56. Теперь я дублирую его 55 раз. Меняю местами круги с баллами, чтобы правильные вопросы не оставались на одном и том же месте. При необходимости дописываю другую стоимость в баллах, меняю тексты вопроса. У меня сразу будет 56 слайдов с настроенными гиперссылками. Дальше я закрываю каждый ответ кружком, каждую стоимость в баллах кружком с ответом. То есть я опять же работаю только на первом слайде со стартовым вопросом. Я рисую круг, точно его совмещаю, вписываю туда ответ. Все круги размещаются сверху, то есть я их перемещаю на верхний слой. Теперь я настраиваю каждому кругу исчезновение по триггеру. То есть выделяю, добавляю анимацию исчезновения, красные звездочки, да, анимация исчезновения, и привязываю к триггеру. Триггер в каком, в данном случае какой может быть? Точнее, какой должен быть? Опять же, я против того, чтобы размещать на слайде какие-то дополнительные кнопки, вернуться на предыдущий слайд, перейти на следующий слайд, показать правильные ответы и так далее. Я считаю, что чем меньше объектов, тем проще работать со слайдом и тем легче не запутаться. Поэтому триггером будут сами круги с ответами. По щелчку на синий круг он исчезает и становится видно, сколько баллов команда заработала. Теперь, когда я создала вот эти вот три круга, я выделяю их все, копирую и вставляю на остальные слайды. Мне останется только поменять текст ответов. Дело в том, что при копировании объектов у них полностью сохраняется и как анимация, так и триггер, к которому они привязаны. Один раз создав кружки с ответами, мы скопируем 55 раз, и этим самым избежим необходимости более 150 раз индивидуально настраивать анимацию и триггер. Почему я не использую в этом случае анимацию по образцу? Анимация по образцу, как раз в отличие от простого копирования и вставки, не сохраняет триггер. Триггер сохраняется только при полном копировании объекта. И на четвертом этапе я возвращаюсь уже на само поле игры и начинаю размечать здесь кнопки и триггеры. Сначала я рисую вот эти вот кружки, и, к сожалению, гиперссылки можно вставить только по одной. Здесь реально придется 56 раз нажать правой кнопкой мыши, выбрать гиперссылку и настроить переход на нужный слайд. Это не очень удобно, но, к сожалению, PowerPoint не имеет инструмента массовой вставки гиперссылок. Теперь я добавляю маркер пути. То есть вы понимаете, что сейчас на каждой клетке находится невидимый круг, на котором указатель мыши принимает форму руки. А сверху этого круга я располагаю вот эти вот синие стрелки. Получается так, что когда команда дойдет, например, до вот этого голубого многоугольника, она будет брать вот голубой вопрос, который спрятан над этим элементом. Теперь, когда я расставила 55 синих стрелок, я выделяю первый из них. Здесь важно действовать строго по порядку. Еще раз повторяю, что триггер
работает строго по своему листу анимации сверху вниз. Поэтому мы выбираем первый, настраиваем для него анимацию, в этом случае это зеленая анимация появления, и используем анимацию по образцу для всех оставшихся стрелок. Мы не привязываем триггер сначала. Мы сначала настраиваем анимацию по образцу. И при этом щелкаем стрелки строго в том порядке, в котором они должны появляться, чтобы номера анимации шли в правильной последовательности. Анимация по образцу находится на вкладке «Анимация». И для того, чтобы не нажимать кнопку каждый раз, по ней нужно щелкнуть два раза. Она заблокируется, и вы можете вставлять анимацию столько раз, сколько вам нужно. Итак, мы добавили анимацию по образцу. У нас есть 55 синих стрелок. И теперь мы выделяем их все. В боковой панели анимации можно через Shift выделить все объекты. И для них можно назначить общий триггер. Опять же, это во много раз ускоряет работу. Триггер будет отрабатывать свой список сверху вниз. Презентацию вы можете скачать вот здесь у нас в верхнем меню. Она называется «Пример». Я перевела формат 97/2003 Word для того, чтобы она могла открыться у всех у вас. Благодарю, Алина, мне очень приятно. Я стараюсь каждый раз найти что-то новое, интересное, что можно для вас рассказать. Так, я сейчас вернусь снова на пример. Так, со стартовым полем. И теперь давайте, если у вас возникли какие-то вопросы по ходу моего объяснения, пожалуйста, задавайте их прямо сейчас, и мы еще раз разберем этот пример, почему он работает так или не иначе, и какие варианты у него могут возникнуть. В первую очередь мы можем заменить стартовое поле. Сейчас у нас есть игра-бродилка, то есть команды проходят какой-то путь. Предположим, нам нужна другая структура. И нам нужно не последовательное поле, а, например, нам нужна турнирная таблица, чтобы игроки могли выбирать категорию вопросов и его стоимость в баллах. Так, триггер по щелчку активен, по закладке нет. Чтобы был активен триггер по закладке, на слайд нужно вставить видео или звук, выделить этот объект. И в появившейся вкладке настройки мультимедиа поставить на нем закладки. То есть вы щелкаете, например, на 10-ю секунду и на вкладке мультимедиа добавляете закладку. После того, как появится хотя бы одна закладка, этот вариант будет активен. Так, создаем турнирную таблицу. Точно так же каждая ячейка турнирной таблицы будет гиперссылкой на слайд с вопросом. Вы можете использовать даже те же самые круги, которые вот здесь вот находятся в невидимом состоянии. Но для того, чтобы команды видели, какие вопросы они использовали, а какие еще не использованы, нам вместо стрелок пути нужно настроить, например, изменение цвета ячейки, исчезновение ячейки, изменение цвета текста в ячейке. В данном случае нам не будет нужна дополнительная кнопка плюс один, просто по щелчку на саму ячейку она должна изменять цвет. Это тоже довольно простой вариант, я думаю, с которым вы неоднократно сталкивались. Давайте подумаем над более сложными вариантами. Какие интерактивные игры, какую геймификацию вы бы хотели видеть в своей работе? Я видела интересные варианты, когда вместо игрового поля вставляется картинка, разрезанная на части. То есть мы берем цельное изображение, предположим, картину, известную картину, разрезаем ее в любом фоторедакторе на несколько частей, вставляем и подгоняем так, чтобы они складывались в целое изображение. В таком случае команда, отвечая на вопрос, получает возможность открыть какую-то часть картинки. Точно так же у нас будет кнопка перехода на вопрос и триггер появления части изображения.
Предположим, мы не берем вариант с вопросами. Предположим, у нас один слайд – это какой-то игровой элемент. Сейчас я перелистаю на один из примеров. Вот так. Предположим, у нас что-то происходит внутри самого слайда. Презентация последовательна, мы идем четко с одного слайда на другой слайд, но вся игра содержится внутри одного слайда. Мы можем использовать вот этот вот простой вариант, когда текст ответа исчезает, и под ним видно, правильный ответ был или нет. Мы можем добавить вариант не исчезновения проявления, а вариант с анимацией по движению. Это у нас белые звездочки или пути перемещения. Например, правильно отвечая на вопрос, команда щелкает по одному из этих кругов, и он исчезает за краем слайда. Что можно сделать таким образом? Я показывать в PowerPoint, к сожалению, решила не показывать в PowerPoint, потому что многие смотрят с мобильных, и я поняла, что экран не отображается у тех, кто смотрит с мобильных телефонов. Вот. Но примеры у Марины Орешко, очень много таких примеров было. Она показывала презентации, где действие происходит именно внутри каждого слайда. Если мы возьмем какую-то картинку и закроем ее, например, кружками с правильными и неправильными ответами, то, щелкая на эти кружки и пряча их за край слайда, мы можем потихоньку, так скажем, раскапывать изображение и можем подать это под любым соусом. Те же археологические раскопки, поиск нужных предметов и так далее. Фактически все вот эти простые казуальные компьютерные игры, они строятся на тех же простых элементах анимации, которые есть и в PowerPoint. Найти объект и щелкнуть по нему. Презентацию с триггерами можно использовать и на простом экране через проектор. В этом случае либо ведущий управляет мышкой, щелкает на нужные объекты, или дает, например, команде мышку беспроводную для того, чтобы она работала с презентацией самостоятельно. Вот, ну, мы пробовали варианты и на интерактивном экране, то есть это просто проектор, который светил на экран, и была специально, вместо мышки было специальное перо, при нажатии на которое, вот, собственно, компьютер понимал, куда нажимать. Да, так детям удобнее, а вот кажется, для людей постарше нет особой разницы. Это вот именно детям нравится, когда они могут что-то пощупать, потрогать. Так. Вот интересный вариант связь с музыкой для маленьких детей. То есть такая геймификация на музыкальную тему. Да? Предположим, мы берем Петю и Волк. Мы знаем, что там включаются музыкальные инструменты по очереди. Например, сначала у нас есть валторны, да, потом включаются струнно-смычковые. Мы можем загрузить на слайд полную запись или лучше даже какой-то отрезок. Вот это произведение нарезать тоже можно в любом аудиоредакторе. Вставляем какой-то кусочек на один слайд и размечаем закладкой. Когда появляется закладка, когда музыка доходит до закладки, у нас появляются три варианта ответа. Например, выберите, какой музыкальный инструмент звучит сейчас. И три картинки. Саксофон, труба, валторна. Если ребенок кликает на правильный ответ, то слайд меняется на следующий, и уже звучит следующий музыкальный отрывок. Точно так же можно по нотам, нота ля, нота до, пожалуйста, какие варианты вам будут удобны. Сразу, да, такой нюанс, который я почему-то пропустила, когда рассказывала про пример презентации. Очень важно после того, как у вас готовы все слайды, настроить отсутствие перехода по щелчку, иначе будут неконтролируемо листаться слайды. Мы выделяем один слайд, снимаем переход по щелчку и нажимаем кнопку «Применить ко всем слайдам», ну или вручную, если слайдов немного. Потому что вот переход слайда по щелчку испортит весь ваш замысел. Презентации без потери интерактивности, к сожалению, не встраиваются.
То есть это только сами варианты PowerPoint, только показ как презентации или показ как демонстрации. Если вам нужно собрать интерактивную презентацию, чтобы она сразу была в интернете, то я обычно пользуюсь сервисом H5P. Он позволяет собирать такие же презентации со сравнимым интерактивом, но с меньшими возможностями по анимации. Если вам нужно больше визуальной составляющей, больше красивых картинок, тогда, конечно, сам PowerPoint. Если нужно больше учебной составляющей вопросов и контента, тогда можно воспользоваться H5P. Так, сейчас, секунду, я напишу, как называется сервис. Можно ли настроить триггеры так, чтобы фигура с названием блока вопросов перекрашивалась только после того, как выполнены все триггеры этого блока, то есть даны все ответы на все вопросы блока? Автоматически вы это сделать не можете. Вы можете сделать псевдошкалу прогресса, которая будет закрашивать какую-то часть блока, но целиком блок для того, чтобы перекрасить, лучше сделать какую-то невидимую кнопку, которую будет управлять ведущий. То есть таких сложных цепочек, а ведь это уже логическая цепочка, если А перекрашено и Б перекрашено, и С перекрашено, то логические цепочки PowerPoint не поддерживает. Да, H5P – прекрасная вещь, и очень удобно работать вот именно с учебным контентом. Но визуала в ней, конечно, меньше. И вот такой возможности работы с закладками, она как раз в том числе предоставляет. Если в PowerPoint, когда у вас идет звук или идет видео, на закладку появляется анимация, но звук при этом не останавливается, то в H5P как раз при переходе на закладку воспроизведение останавливается, и пока не будет дан ответ на вопрос, дальше оно продолжаться не будет. Так, я думаю, про Moodle вы расскажете намного лучше, чем я, потому что я с этой платформой не работала. Вот, и, может быть, кто-то из вас делает вебинар про Moodle, к которому я с удовольствием присоединюсь. Так. А еще, может быть, какие-то вопросы по интерактивной, по геймификации, по формам, которые она может принять. Мне очень нравятся варианты с полем чудес, сделанные по такой механике. Когда я делала свои первые викторины по типу поля чудес, я делала столько слайдов, сколько вариантов букв в слове было. То есть вот комбинаторика перебирала все возможные варианты, и это было очень мучительно. Я могла использовать только короткие слова. С тех пор, как я познакомилась с триггерами, это стало намного проще. Одно слово – это один слайд. На какую закрывашку ты кликнул, такая буква, в принципе, и появилась. Можно сделать алфавит, просто-напросто внизу слайда алфавит, и если на нужную букву нажимает игрок, открывается нужная клетка в слове. Так, да, кнопки это тоже очень удобно. С помощью кнопок мы будем делать и ссылки на какие-то внешние источники, оформлять, например, те же библиографические списки. А мне очень нравится возможность именно вложенных презентаций. Представьте, что у вас есть презентация, три вида викторин попроще, посложнее и, например, самое сложное. Вы не знаете, с какой группой вы будете работать, но вы знаете, что у вас тема мероприятия, там, ну, например, космос. Вы делаете заглавную презентацию с космической темой, там, с какой-то полезной информацией, и когда дело доходит до викторины на мероприятии, вы просто прямо из этой презентации переходите на тот блок вопросов, который соответствует уровню аудитории. Это действительно очень удобно и достаточно легко и просто делается. Но если вы работаете как раз вот с такими вложенными друг в друга презентациями, их лучше сохранять в формате демонстрации, чтобы они сразу открывались на весь экран и сразу готовы к запуску, а не открывались какими-то отдельными окошечками, которые еще нужно настроить перед показом.
Ну и еще раз я напоминаю, что с 5 ноября стартует курс, где мы будем говорить о четырех типах презентации. Вот интерактивная – это геймификация. Мы будем говорить о том, как сделать презентации для демонстрации, как сделать презентации для чтения и как сделать комбинированные учебные презентации с несколькими уровнями вложенной информации. Благодарю вас. Если есть еще какие-то вопросы, вы можете писать их здесь или в личные сообщения, я вам с удовольствием отвечу. Да, Лена Анатольевна, запись вебинара будет. Через 3-4 дня, как обычно, она появляется. Сертификаты уже сформированы. В принципе, все как обычно. Благодарю, вы прекрасная аудитория. Мне каждый раз с вами приятно работать.